Ребята, секунды, я не успела увидеть машину. Секунды! Я подошла к воротам, потому что услышала, что машина остановилась. И я побежала открывать. И что? Вышвырнули коробку и быстро умчались. У меня одни маты рвутся. Забирайте, ребят. Доброго здоровья, друзья. С вами Лохматая Душа. Ребята, я сегодня расстроена безумно. И если бы мне удалось просто на минуту раньше открыть калитку, я бы лопатой перекрестила тех, кто стоял за этими воротами. Ребята, не смотрела бы ни на что, побила бы и машину, и тех, кто там в этой машине сидит. Просто клянусь, я бы это сделала. Я не знаю, у какой сволочи хватило наглости, совести забрать вот таких малышей и привести их в приют, а? Трудно стерилизовать мать. Нет, надо выкинуть детей ночью в мороз под забор. Потому что до утра, если бы меня сейчас здесь не было в приюте, до утра их бы никто не нашел. А в ночью могли прийти лисы и порвать малышей. Что же они творят? Вот скажите, что они творят? Девочки, вы понимаете, что мне пришлось баранов убрать, чтобы разместить щенят? В бараннике, в козике. Где здесь? Козлы у меня здесь должны жить. И этих заодно с улицы забрала, холодно им. Куда ползешь, чудовище мелкое? Нет. Ребята, досочку еще, пожалуйста. Все, сегодня здесь теплее. Так, ребята, все, всех разместили, согрели, стену подняли, чтобы никто к ним не запрыгнул. И сегодня у козочек будет соседство вот такое. Так, выпускай козликов, выпускай их. Все, ребята, выходите, мои хорошие, закрыли вас здесь. Закрыли, мои красивые, выходим. Выходим. Мои хорошие, все. Я стояла возле ворот в приюте. Собиралась домой, ждала машину. Фары осветили забор. И я решила, что моя машина приехала. Но в это время продолжала ребятам говорить, что надо сделать, куда что разместить на завтра. И только через минуту пошла к забору, открыла калитку. И что, увидела только фары, красные габариты, как машина выехала и умчалась. А под ногами у меня коробка и щенки. Мне не страшно то, что подбросили малышей. Страшно то, что подъехали молча, подло, в темноте. Выгрузили коробку, несмотря на то, что на улице заморозки, вода замерзла. И приют закрыт. Ведь если бы я не задержалась сегодня на работе, малыши остались бы в этой коробке до утра. И нет гарантии, что они бы выжили этой ночью. Еще раз говорю, если бы я застала тех, кто выгружает вот так втихаря, подленько, коробку под воротами, ребята, вот что будет в руках, тем и наверну. За подлость. Понимаете, за человеческую подлость. Вы меня простите, но уже никаких сил не хватает. Кормов нет. Проблем выше крыши. И к нам, вот к таким плохим, продолжают под заборы швырять малышей. Охренеть. Какие маленькие. Вы тут совсем одни, малютки. Ой, малыши. Посреди леса практически. Кто же вас сюда вынес? Такие хорошие, маленькие. Ну вот, магнитную рыбалку пришлось отложить. Поедем домики искать этим малышам. Все, первый уезжает домой. Отлично. Ну, надеемся, и этим дома найдут в приюте. Найдут. Так вы уже определитесь. Или я сволочь,
или я спасаю. Это мое обращение к тем, кто сюсюкает, а потом гадости пишет. О том, что он у нас был, он нас знает, и мы такие-сякие. Ребята, устала. От человеческой подлости устала. От неблагодарности. Если кто-то может сделать лучше меня, пожалуйста, ребят, кто вам мешает, сделайте. Но не смейте меня критиковать. Ни меня, ни те приюты, которые реально спасают. Вы же ни хрена не понимаете в том, что происходит внутри приюта. И какой адский труд здесь проворачивается. Какие проблемы сумасшедшие давят на плечи. Устала я, ребята. Просто очень сильно устала. А малыши, вот они перед вами. Разве они виноваты в нашей с вами бесчеловечности? В мире, где доброта сейчас просто порицание, где просто процветает живодерство, подлость, сплетни, грязь, желчь. Ребята, какой мир, куда мы идем? Ведь страшно даже оглянуться. И как страшно думать о завтрашнем дне. Я искренне благодарна тем, кто рядом с нами. Реально, друзья, искренне. И прошу вас, приезжайте. Приезжайте, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать в интернете о том, какие мы плохие. Я не знаю, что движет этими злопыхателями. Просто не знаю. Люди, ни разу у нас не побывавшие, по фотографии определяют. Какие руки. Какие глаза. Может быть, им еще грудь раскрыть. И сердце на ладонях показать. Изорванное шрамами от боли. Простите.